искал. Продолжение в итоге было такого, он шайбу потерял. И уфимцы на контрасте! А вот Шмелев. Не видели меня? Вот он я. Великолепно все разыграли. В одно касание передачи. И вот такое попадание. Паутинку снял Шмелев в дальней девятке от себя. Только хотели сказать, Шмелев проводит сезон не так, как от него ждали. Не так, как это было в прошлом году. Но мы видим, что он сейчас переосмыслил. И вот заброшенная шайба. Бросок фантастический.